Друзья, добрый день! Представляю вашему вниманию один из традиционных ножей народов Севера – манси. Клинок ручной ковки, сталь Х12МФ. Спуски симметричные, с одной стороны 2/3, с другой стороны спуск от обуха. Кто впервые видит этот нож, поясню, почему именно такая геометрия спусков. Благодаря им нож отлично работает по силовым нагрузкам. Что-то подрубить, да, дерево, например, подстрогать. По разделке работаете, кость, сустав пролетит без проблем. Опять же, да, если рука у вас поставлена правильно, по идее, даже можете засверлиться, как якутским ножом. В то же время хороший рез, благодаря спуску от обуха. Рукоять карельская береза, пропитана маслом даниш. Форму, да, посмотрите, под руку сделано, подхват под любой. Хоть под прямой, хоть под обратный. Кто как привык работать. Больстер, эбонит. Как знатоки говорят в интернетах, рукоять на северных ножах должна быть теплой. То есть не должно быть металла. Хотя, конечно, спорное мнение. Размеры ножа 270 общая длина. Клинок 137. Ширина 21. Четверка в обухе. Хороший, удобный, маневренный нож. Легкий. Самое главное, клиночек узкий. Хотите на рыбалку, хотите на охоту. Да, да просто в поход на природу. Вообще обалденный нож. Отработает себя на 1000%. Вот такой красавчик. Ножны кожа погружного типа. Прошиты, проклепаны. Два подвеса. Вот так будет в ножнах сидеть. Опять же, шнур, как дополнительный подвес, свободный, пожалуйста, можно использовать.